Приветствую вас, дорогие друзья! С вами дядюшка Бамбуцу. В этом видео будет интересный такой эксперимент и experience. Дело в том, что какое-то время назад я после долгого, так сказать, перерыва вновь стал периодически браться за кисть и за всякие рисовательные предметы и стал обращаться к этой части своего творческого проявления. И вот одна из первых идей, первых картин, это вот такие вот бамбуки. Вот это такой стиль, можно сказать, арт, но значит, это такая многослойная картина, тут много у нее плоскостей, под которыми можно на нее посмотреть и увидеть разные как бы ее проявления. Да, тут использована эта картина, написана акрилом, вот, но здесь очень разная краска, тут и золото, и матовые краски, ну так сложно ее показать, но вот в общем она в разных ракурсах создает разный такой эффект. Видятся различные какие-то вот сочетания. Но, значит, одной из главных фишек является то, что здесь, на этих бамбуках, я написал ноты, которые, значит, в таком стиле записываются японские медитативные пьесы. Вот. И писал я это все, ну, как бы спонтанно. То есть, фактически, это такое, как бы, сочинение, да, сочинение какого-то звукового потока. Но записывал я это вот именно интуитивно, да, то есть, я просто, ну, достаточно хорошо знаю, как это делается, и для себя использую этот стиль записи, и ну, на протяжении вот уже многих лет, ну, наверное, таким образом сочинилось у меня где-то примерно 15 пьес. Вот. Но часто это бывает просто, это как некие звуковой поток, который уже в пространстве присутствует, да, то есть как некая условно, так сказать, мелодия, да, то есть, и я этот поток могу записать. А в данном случае я ничего не слышал, то есть я просто вот записывал определенные последовательности, но как это все звучит, я не знаю, то есть на данный момент. И эксперимент состоит в том, что я попробую по этой картине, по сочетанию этих нот, вот сыграть эту пьесу, которая здесь записана. Вот. И еще одна такая интересная ассоциация. В тех местах, где растет бамбук, вот в таких туристических, иногда люди, ну так скажут, хулиганят и пишут на бамбуках какие-то, вырезают ну там каким-то там ножичком, гвоздиком на бамбуках свои там какие-то, значит, послания, здесь был Вася и так далее, вот, и потом бамбук, значит, ну он как бы и вырастает, и немножко там может менять свою, значит, структуру, и потом вот эти вот письмена, они образуют такую своеобразную красоту, ну послания там не замысловатые, то есть вот такие. Вот здесь был Вася до там какого-нибудь крепкого русского словца и так далее. Вот. Но выглядит это все, если так смотреть, не знать значения, выглядит это порой очень фантастически. Вот, во-первых, мне пришла идея, что ну, если уж такой импульс есть, то человек может вот, в принципе, даже такую какую-то пьесу на бамбуке написать и, значит, оса прилетела на наши всякие тут эти послания. Вот. То есть вот набор таких каких-то вот сочетаний здесь образуется. И вот я, собственно, сейчас попробую по спонтанности, сам не зная, как это все будет звучать, но зная значение этих нот,
попробую сыграть эту пьесу. И, по сути, это получится такая вот пьеса-картина. И вот на данный момент это первенец, это картина, которую, опять-таки, можно приобрести. И, собственно, это же является и некой такой вот пьесой. Пьеса-картина. То есть это, по моему ощущению на данный момент, ну, нечто... Ну, такое новое для меня, по крайней мере, я такого не видел. Таких идей, таких посланий, таких каких-то вещей я не встречал. И вот собираюсь продолжать. Ну, то есть это не обязательно будет такой именно стиль. Это будет меняться, это могут быть разные контексты. Но общий посыл вот такой. То есть картина, пьеса. Она может как-то будет преобразовываться, различные техники использовать и т.д. и т.п. Но суть такова, то есть картина, пьеса, бамбук, может быть, не обязательно бамбук, может быть, какие-то скрытые послания, еще что-то. В общем, много всяких сейчас идей, пока они потенциальные, но вот первое, так скажем, воплощение будет представлено вот сейчас вам. Thank you.
Thank you.
Thank you.